Новости Богородского района. Богородская43.ру. 9 мая 2021 года богородчане, как и вся наша великая страна, отпраздновали День Великой Победы. Мероприятие проходило около памятника воинам-освободителям. Представители трудовых коллективов и общественных организаций возложили венки и почтили память павших минутой молчания. Страны, живые и павшие, известные и безымянные, посвящается. У микрофона глава Богородского муниципального округа Александр Викторович Растегаев. Добрый день, уважаемые жители Богородского муниципального округа. От всей души поздравляю вас с праздником Днем Великой Победы. 9 мая – священная и дорогая для каждого из нас дата, которую мы встречаем с особыми чувствами. Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной, трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы. Мужество, стойкость и самоотверженность поколения живет в нашей памяти и сегодня является примером для всех нас. Поэтому День Победы – это самый светлый, дорогой и любимый народный праздник, общий для всех. Ветеранов, их детей, внуков и правнуков. Пусть над нами всегда будет мирное небо, а в каждом доме счастье, благополучие и любовь. С праздником, с Днем Великой Победы! Мероприятие, посвященное торжественному возложению цветов к памятнику воину-освободителю в честь 76-й годовщины со дня победы русского народа в Великой Отечественной войне объявляется открытым. Седелою на висках это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, порохом пропах, это праздник, с сединою на висках, это со слезами на глазах. День Победы,
День Победы! День Победы! Это День Победы!